Дети счастливы. Алина Кабаева в черном платье в горизонтальную полоску и косухе позировала с юными гимнастками. 37-летняя Алина Кабаева – олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы и медиа-менеджер. Редко появляется в свете. Девушка посвящает свое время карьере и общественной деятельности. Прославленная художественная гимнастка стала учредителем благотворительного фонда «Алина», под эгидой которого регулярно проводится фестиваль художественной гимнастики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кабаевой нет в социальных сетях, зато ее преданные поклонники посвятили ей фан-группу, где делятся новостями и фото гимнастки. Новый снимок, который появился в аккаунте, был сделан как раз на фестивале. Знаменитая спортсменка позирует в окружении многочисленных участниц, которые счастливы оказаться рядом со своим кумиром. На снимке Кабаева облачена в черное платье с горизонтальными белыми полосками и кожаную косуху поверх наряда. Девушка открыто улыбается, общаясь с юными гимнастками, и на спортивном празднике царит непринужденная атмосфера.